проходя мимо дерева Крувим, я услышал шум пчел. И только ради этого тут остановился послушать. Мы находимся рано утром, в 9 часов, на холм Хацор, Тель-Хацор в оригинале. Это Верхняя Галилея. Легендарный город старинный, который так и не смогли взять израильские войска во времена Иисуса Навина. Не знаю, насколько это правда, но так говорят. И пчелы. Всем счастливого праздника Суккот!